Что с волосами, а скажите мне, пожалуйста. Бля, какой-то ужас просто. Ну как они вот так вскакивают там? Здравствуйте, дорогие друзья. А, у вас всего 3 человека. А, дочь! Что случилось? Привет, привет, привет всем. Слушайте, девчонки, я знаю, вы в этом соображаете. Вот с этим что делать, а? Опять вскочил этот внутренний, вот он, как шарик. Внутри я помазал этим дерма... Как он называется? Аквадерм мазью. Мазью. Жек, здорово, здорово, галочка. Гала май лайф. Май лиф. О, я вчера встретил, кстати, свою первую любовь. Галю Короткову встретил вчера. Представляете? Представляете? Помните, я вам рассказывал про нее? Про первую мою любовь. 2 года я за ней ухаживал. Ну возьми, у деда же он лежит. Ой, мои родные. Ну шо вы? Еще раз хочу поздравить лично каждую девочку с прошедшим 8 марта. Вы замечательные. И что, изменилась галочка? Изменилась, ребята, изменилась. Изменилась галочка. Да мы все меняемся, ребята. Но вы знаете, что удивительно? Она внешне изменилась, но вот ее глаза, ее голос... Улыбка, смех, он остался прежним. И я вот, как знаете, у меня такое ощущение, что такой вот просто, блядь, барьер. Я вижу только вот то, о чем я сказал выше. И все остальное, остальное вообще мне плевать вообще на все изменения. Вот, поэтому галочка изменилась. Галочки дочка беременна уже, 19 лет. Галочка изменилась, галочка или нет. Сегодня хочу пригласить ее на ужин. Это такая крутая история. Знаете, я, честно говоря, даже не думал, что вот... Это была самая сильная моя любовь, ребят, это самая сильная была любовь, девчонки. Я, конечно, такое, знаете, очень яркое, светлое пятно во вчерашней моей ужасной покраске волос. Зачем ты это сделал? Жень, виснешь постоянно. Ну, это ваш, только у тебя. Жень, ты умный, добрый, мудрый, красавчик, спасибо. Только я у тебя висну. Ребят, я висну у вас или нет? Нет, она развелась. Была замуж.